Доброе утро, друзья! Продолжаем радоваться, что Ярославль каждый год становится столицей многих музыкальных событий. Вот и сейчас Blues Bear Festival опять распахивает свои двери. У нас в гостях его организаторы и участники Сергей Шишкин и Станислав Майнугин. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну что ж, друзья, рассказывайте, что в этом году нас ждет. Значит, уже седьмой раз подряд в нашем городе проводится этот замечательный праздник. Праздник блюза, праздник музыки. Праздник хорошей музыки. Blues Bear Festival. Блюз – это грусть или не только? Да, в общем, не важно. Важно, что музыка хорошая. Но, наверное, да, наверное, Кать, так оно и есть. Блюз – это... Причем это очень интересная грусть. Она грусть такая в мажоре. Такая светлая лирика. Да, это когда хорошему человеку плохо. Нет, вот когда, да, когда хорошему человеку плохо – это блюз. Давайте про участников все-таки. Про участников. В этом году у нас однодневный формат. И будут замечательные музыканты. Соединенные Штаты представляет Чак Реджистер. Американец приедет. Американец, он уникальный человек. Он живет достаточно долгое время в нашей стране. Здесь работает. При этом играет вот этот ранний такой блюз, и блюз-рок, и рок-н-ролл. Ну, такой в манере ZZ Top они работают. О, от истоков, в общем. И аккомпанирует им замечательная команда Jasper Lee Band. С великолепным гитаристом Костей Резниченко. Потом, ну, у меня вот проект сейчас мы просто ездим, будем играть с Леонидом Пташкой. Это, в общем, мой постоянный такой партнер, выдающийся пианист с мировым именем. В этом году мы будем с моим трио играть с Леней такую музыку. Ну, это будет буги-вуги и вокруг этого. А бывает такое, что на фестивале люди танцевать начинают спонтанно? Обязательно. Обязательно. Более того, не только спонтанно, туда приходят, у нас есть несколько клубов, которые занимаются этими нормальными танцами, как я их называю. И вообще мы стараемся так формат, да, более широко расширять. Вот, например, группа Gigi Band будет тут новая, она у нас еще не уступала на фестивале. Это скромно, Сергей, так он их собрал. Нет, они собрались раньше и пригласили меня, я с удовольствием принял это приглашение. Ты там барабанишь? Да. Можно сказать, даже не барабаня, это, скорее всего, перкуссия. Перкуссия? Да. Так все легко и непринужденно. Это практически акустический блюз будет представлен вот этой группой Gigi Band. Группа из Питера The Jets, очень хороший тоже Сергей Гурьев, гитарист, возглавляет эту команду. В прошлом году он принимал участие в нашем фестивале, играл с английским блюзманом Виллом Уайлдом, то есть аккомпанировал ему. А вот в этом году мы пригласили его со своей командой. Вот. И, как всегда, ему будут подыгрывать из Череповца Леша Ткачев, великолепный клавишник, который украсит любую команду. Я правильно понимаю, что, в принципе, получается, когда налаживается вот этот вот мост через океан, да, к этому мосту в Ярославль стягиваются и самые лучшие музыканты из близлежащих наших областей. Ну, у нас вот Москва, Питер, Вологодская область, да, Ярославская область, Overdrive Blues Band будет. Ну, и Сергей году. Николаевич, конечно, Кузнецов. Конечно, будет представлять наш город. Ну, кстати, Overdrive у нас, их тоже не было, потому что Сергей в прошлом году участвовал с другим проектом. Поэтому... Тоже уникальная возможность будет послушать. Да. Ну да, это, в общем-то, группа-то вполне такого европейского уровня, то есть они могли бы любую сцену украсить. Еще раз тогда мы напомним, да, что 5 октября. 5 октября. Вот, мероприятие замечательное. Спасибо вам, и надеемся, что на 10-й фестиваль, обязательно он должен состояться, а вы пригласите, кто у нас остался из... Группа Пистолеты осталась. Если Пистолеты вдруг начнут исполнять блюз, то да. Я хотел сказать все-таки, чтобы вы кого-то назвали из ныне живущих классиков джаза. Я думаю, что надо Эрика Клэптона. Согласен, отлично. В общем, тогда, друзья, Екатерине, наши замечательные организаторы Blues Bear Festival, Станислав Майнугин и Сергей Шишкин, пообещали клятвенно, что если в этом году она придет на фестиваль, в следующем они привезут самого Эрика Клэптона. Лейла, got me all my Лейла.